Виталий Некромас. И у меня сегодня, как я и обещал, будет такой как бы набаски маленький гайдик, как из немножко говна сделать кое-что маркапное. Ну вот, мой персонаж поздоровался. И в общем, что нам для этого понадобится? Заходим сюда. Так, идем к раб-машине. И вот, смотрите. Так, у нас есть Булсариан Ингоц, да? Он стоит по маркапу у него 103%. Это один элемент. А второй элемент у нас Animal Muscle Oil, у которого тоже маркап около 102-103%. И мы будем делать вот такие вещицы. Вот. Default Galaxy S1 Ion Conductors. У них маркап 118%. Или 117%. Ну, я правда не знаю, как их сейчас делают, не делают, покупают, не покупают. Но эту фишку я когда-то прочитал в одном гайде. Значит, для этого вам понадобится вот такой чертеж. Вот, вот Galaxy S1 Ion Conductors Blueprint, да. Его можно купить где-то примерно. Ну, сейчас цена упала. Я когда покупал, он стоил 15 пет. А тут я смотрю какие-то странные цены. Ну да, все бывает, как знаете. Это самое. Иногда такие вещи случаются. И, в общем, это самое, что я хотел сказать. Он очень быстро, как там писалось в этом гайде, он очень быстро поднимает, значит, ваш крафт. И, кроме того, вы используете как бы такие не маркапные ресурсы, а получаете нормальную как бы вещь. Ну вот и мы попробуем сегодня кое-что, как говорится, сделать. Сделаем немножко меньше success rate. Ну, может и так вот сделаем. Просрёмся так просрёмся. Что будет, то будет. Так, у нас 65 этих как их попыток. 65. И давайте пробовать, что у нас из этого всего получится. Ну вот сразу 5.62. Один был. Опять 5.70. Ну, будем ждать, что будет дальше. Так как у нас очень низкий success rate, будет очень много фейлов, но мы можем поймать лобик или что-то похожее. И у нас Блусарина на там 7 пет с чем-то, а Animal Oil это самое там куча дофига. Ну, по-моему, нам должно хватить. Я правда не посмотрел, сколько было. А жаль. Ну, тоже, наверное, примерно столько же. Вряд ли это много было. Ну вот сколько фейлов. Ну, есть как есть. Вы можете
не делать такой success rate маленький. Можете делать это самое, чтобы количество у вас больше было, а не качество. Я тут кое-что, кстати, продал еще. Вот продал output amplifier. Ой, ну да, amplifier components за 200% markup. То есть двухпедовую пачку за 4 педа. Потом продал свой Ospin, потому что я им вообще не пользуюсь. Я его продал, вот как видите, он у меня на пед был. А я его продал за 18 пет. Так, что там еще я продал? Кумбрис продал, Нарконисум продал. Вот, кумбрис продал за 12 пет. Нарконисум. Вот эту пути продал за 130% маркап. Что тут еще? Говорил. Нарконисум за 9 пет продал 110%. Нам осталось 12 попыток. 11 уже. Но, как видите, у нас одни фейлы. Так. Ладно, под чуть-чуть сбавим. А то мы совсем босыми останемся. Так сделаем. И все равно фейлы валят. Ну, я как говорил, я не прокачанный крафтер, поэтому я просто хотел вам показать, что вы можете вот такой вещью заниматься и пробовать получать с этого пользу. Возможно, у вас будет получше, так как больше прокачан этот самый. Так, больше крафт прокачан или что-то похожее. Ну вот и все. Так, значит, идем сейчас смотреть, что мы получили. Так, я посмотрю, сколько осталось этого мускула. Мы его весь истратили. Ну так получается. В общем, еще я тут на таких очень смешных мобиков охотился. И вот посмотрите, какую красивую шкурку с них выбил. Вот. Очень красивая. Вот только маркап не знаю какой. Вот маркап у него 130%. Ну вот, сейчас идем, значит, к этому, к терминальчику, и смотрим, что у нас получилось всего. 8.20, ну, значит, если я не ошибаюсь, мы потеряли где-то 6.5 на этом. Но, говорю, это просто потому, что я не вкачан,
Да и сам этот чертеж еще не докончен до конца и тому подобное. Еще одна вещь есть, которую тоже можно как бы делать. Это надо вам листериум и ойл. То есть, извиняюсь. Вот такой ойл и листериум. И вам нужен вот такой чертеж. Сейчас покажу. Так, где он тут? Вот. Basic Filters Blueprint. С него тоже можно делать там эти фильтры. Их как бы покупают за вроде бы за 110% маркап. А хотя можем машинки посмотреть вообще. Сейчас я найду. Так, Basic Sensor. Во, Basic Filter. Да? Ай. Тут мне показывается. Сколько маркап. Ну, в общем, вот такие для новичков, как говно превращать в кое-что полезное. На этом сегодня я заканчиваю этот гайдик. Такой у нас короткий, но думаю, будет вам полезно. Сейчас выбежим на улицу, попрощаемся. Ну вот, а теперь пока-пока. До новых встреч. Увидимся. И, конечно же, как всегда, вам наилучшего здоровьечка, наилучшие, так сказать, удачки, как в играх, как в энтропии, так и в реале. Ну, еще раз, пока-пока.